В районе села Преснорядуч Жамбылского района находится женский монастырь Архистратига Михайловский. Храм построен в 1896 году и просуществовал до 1921 года. В том же году при восстании казаков он был разрушен. Главу храма и верующих приговорили к смертной казни и похоронили в этой местности. Затем с 1922 по 1966 годы здесь находился детский дом. Храм в прошлом году вошел в карту сакральных мест Казахстана. По словам историков и краеведов региона, это был самый большой монастырь в то время в Казахской степи.